Сегодня я хочу показать вам очень интересную и мощную караоке Bluetooth колонку Sounar K1. Это дочернее производство от всем известного бренда Tronsmart. Колонка выполнена в стиле boombox и имеет просто шикарную светодиодную подсветку. Комплектуется сразу двумя крутыми беспроводными микрофонами, пультом управления и выдает аж до 150 Вт чистого звука с качественным басом за счет четырех встроенных динамиков. Заинтригованы? Тогда смотрите, на что она способна еще. Внутри вы найдете кабель для зарядки USB Type-C, два караоке микрофона, ремень, чтобы можно было повесить колонку на плечо, пульт управления и инструкцию, а также саму колонку. Sounar K1 отличается своим необычным дизайном в виде бумбокса, похожим на более крупные колонки китайских брендов. Одной из особенностей является возможность установки ремня для переноски, который позволяет легко брать колонку с собой куда угодно, просто повесив ее на плечо. Несмотря на свою высокую мощность, она весит всего 3 кг. 190 грамм, и размеры у нее 35 на 18 и на 10,5 сантиметров, что обеспечивает комфортное использование, где бы вы ни находились. По результатам теста мощность звука довольно громкая, также она выдает и хорошие низкие частоты. Это стереозвуковая система с выходной мощностью 150 Вт, оснащенная двумя 3-дюймовыми сабвуферами с парой 2-дюймовых твиттеров. Имеется возможность подключить вторую такую же колонку и создать тем самым стереопару на 300 Вт. По бокам колонка имеет два пассивных излучателя с большим ходом и подсветкой по периметру. Также и на лицевой ее части вверху имеется светодиодная полоса. Подсветка реально очень эффектная с большим количеством цветов. Всего имеется три режима ее работы. Каждый работает по-своему в зависимости от ритма музыки. Для использования на вечеринках функция очень прикольная. К тому же, собравшись с друзьями, вам обязательно пригодится режим караоке. Sounar K1 обладает всеми необходимыми для этого возможностями. Перейти в режим караоке можно, нажав всего одну кнопку на колонке или на пульте управления. Далее просто включаем один или два микрофона и радуем окружающих своим голосом. Я, к сожалению, петь не умею, поэтому попросил спеть для вас своего китайского друга. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ giờ con tim em dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rối. Караоке-режим готов к использованию очень быстро. Микрофон можно включать и выключать одной единственной кнопкой. С пульта или на колонке имеется возможность разделять уровни громкости микрофона и музыки. Также легко регулируется и чувствительность микрофона для того, чтобы окружающих не напрягало эхо. Кроме кнопок регулировки звукового режима, колонка оснащена специальной клавишей AE, которая активирует специальную функцию, позволяющую мгновенно преобразовать любую воспроизводимую песню в караоке-трек. То есть слова в песне не приглушаются, и вам становится легче подпевать под любую музыку. Кстати, в Китае с помощью такой колонки уличные музыканты зарабатывают себе на хлеб. Вот смотрите сами. Еще есть клавиша выбора одного из трех режимов эквалайзера – обычного, объемного 3D звука и объемного баса. Микрофоны здесь очень качественные, красивые и добротные. Звук получается очень чистый и без каких-либо искажений или помех. Кроме кнопки включения, микрофоны оснащены дисплеем, где отображается уровень заряда встроенного аккумулятора и частота, на которой они работают. Снизу есть разъем для зарядки типа USB-C. На корпусе колонки под ручкой есть все необходимые клавиши управления, а также индикатор работы. Но по удобству использования они не могут сравниться с пультом. Он хоть и небольшой, но на нем также есть абсолютно все кнопки с подписями, и разобраться в них гораздо проще, чем на колонке. На обратной стороне под резиновой заглушкой расположены следующие разъемы. Имеется гнездо диаметром 6,5 мм для подключения микрофонов, электронных музыкальных инструментов или дополнительных источников звука. Рядом есть два стандартных Jack 3.5, гнездо для карты памяти microSD, USB под флешку,
флешку и разъем Type-C для зарядки или питания. Колонка имеет водонепроницаемую конструкцию по стандарту IPX6, что дает возможность использовать устройство даже под проливным дождем. Внутри стоит аккумулятор аж на 18 тысяч мАч. Он позволяет автономно и непрерывно слушать колонку на средней громкости аж до 20 часов. Также через USB разъем можно подзаряжать другие гаджеты, то есть использовать ее как powerbank прямо во время работы. Интерфейс Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное соединение даже на расстоянии до 15 метров или за несущими стенами. Подключить можно хоть смартфон, хоть планшет, хоть даже ноутбук. А еще колонку можно использовать в качестве саундбара для телевизора. Теперь о самом главном. Как же звучит данная караоке-колонка? А звук здесь просто бомба. Это не просто однотоновое устройство с широкополосником на борту. Тут все четко разделяется на диапазоны с ярким выделением. В Soundarc K1 я нисколько не разочаровался. Звук порадовал каждой ноткой, каждым движением и сопровождением светодиодной подсветки. Чувствуется, что производитель поработал над всей системой. Мощности хватает уже не просто на комнату, а на проведение небольшой вечеринки на природе. Ну а красивая светодиодная подсветка заставит вас и вашу компанию выйти на танцпол и даже спеть любимые песни. На максималке находиться рядом довольно сложно, потому как громкость колонки действительно дает о себе знать. Звук не режет уши и не репит, а просто очень сильно качает. Громкости здесь больше, чем достаточно. 150 ватт – это реально много. Дома и на улице вы будете подпрыгивать от качающего баса. Короче, звучанием я остался доволен. Подводя итог, могу сказать, что Soundarc K1 – это достойная колонка в своем ценовом диапазоне. Это просто отличный выбор, если вы ищете портативный набор для караоке и просто мощную красивую колонку для отдыха с друзьями на природе или на даче. Не страшно, если забыли powerbank, эта колонка сможет вас выручить. С подсветкой RGB не будет скучно, а выбор из трех режимов подсветки как приятный бонус. Soundarc K1 станет хорошим решением для покупки, ведь у нее презентабельная внешность, куча возможностей, 4 мощных динамика и в целом просто отличный звук. Узнать актуальную цену на данную беспроводную колонку можно по ссылке в описании под этим видео. На сегодня это все. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Всем желаю удачи и до скорой встречи!